Все знают, для того, чтобы рисовать на планшете, нужен пенсил, но он стоит очень дорого, поэтому мы его выбросим и найдем что-нибудь подоступнее. Для многих это будет неожиданность, но нам поможет сама природа. Люблю природу. И я нарисую картину с помощью всех этих овощей и фруктов. И мы наконец-то узнаем, что же рисует лучше. Начнем с огурца, потому что он больше всего напоминает пенсил. Да-да, огурцом можно рисовать на планшете, но многие люди об этом даже не догадываются.